Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости канала. Вот, приобрел сегодня еще такой один регистратор. У меня еще будет два регистратора. Почему я его два купил? Ну, мало ли, один сдохнет, другой будет уже. Вот, называется «Камшил Штурман». Вот он такой, «Камшил Штурман». Вот. Сделано в Китае, естественно. Вот здесь немножко другая коробочка. У меня немного... У старой коробки, по-моему, другое название. А, там красный, а здесь черный. А, здесь вот, как нарисован. Вот он у меня стоит. Видите, уже другая немного. А, там, коробочка. Вот у меня первый регистратор. Я решил второй купить. Так, ничего здесь не поменялось такое. Да нет, вроде то же самое. 4,5 дюйма, 170. Вот, короче, купил... Второй регистратор, включил его, не работает, батарейка села. Подключил я дополнительную батарейку, смотрю, начала вроде батарейка, ну как бы восстанавливаться. А подключил зарядку к этому, зарядку подключил, и вот часа два я его заряжал. Ну, смартфонную зарядку и его родным кабелем, вот. И, ну, а батарейка ожила, естественно, и все, он заработал. Такой камшил штурман. Матрица у нее GC1054, это говорит о том, что она на 1 мегапиксель, угол 170 градусов. Ну, это она, они соврали, наверное, 150, может быть, или 140. 170 это по диагонали. GK-дисплей 4,5 дюйма. Процессор General Plus 2247. Может снимать, написано, формат видео AVI и камера написана Full HD. Так как эта камера на GC1054 на 1 мегапиксель, она может снимать только в формате 720p. Здесь, конечно, они немного приврали. Здесь она, вот. Но может она снимать в интерполяции. Нам же не нужно, чтобы это было как бы... электронным способом растягивания картинки. Вот такой регистратор. А, здесь другая, то же самое. Я думаю, что-то там черное. Оказывается, это кверху на заднице. Нет. Вот, короче, здесь коробка хорошая. Не то, что там у некоторых, особенно от компании Digma, бумажная коробка. Так, вот сам регистратор. Вот сам регистратор. Вот сам. Здесь написано прям камшил. Вот здесь надо вот этот презерватив снять, чтобы не забыть. Он сам тоненький такой, видите, тоненький-тоненький. Здесь у него разъем питания, задняя камера, разъем для карты памяти может работать, по-моему, 128. И GPS, и антенна внешняя. Вот. Комплектация. Так, коробка, конечно, хорошая. Так, здесь у нас... Резиночек. Блин, этих резиночек будет полно. Вот. Две резиночки дается. GPS-модуль, вот он. Задняя камера. Кстати, задняя камера снимает в формате HD. Если все видеорегистраторы, у которых снимают в формате Full HD, передняя камера, а задняя VGA, а здесь передняя и задняя снимает в формате HD. То есть нормально снимает. Прикуриватель. У нас идет инструкция на русском языке. Вот, и гарантийный талон. Гарантийный талон есть. Вот, а то я говорю, в прошлый раз брал Xiaomi. Я хотел там... А там вообще такую херню подсунули мне. Талон не положили. Регистратор плохой был, нерабочий.
решил я себе вот такую еще игрушку купить. Так. Вот, короче, хороший регистратор. Кто еще не купил, обязательно купите. Вот. Мне он нравится, честно говоря. Хотя он у меня второй. Ну, пускай будет два. Формат AVI. Все. Так. Покупал я в ДНС, заказывал. Можно заказать. Вот сейчас я закрою. Закрыть это так неудобно. Не хочет закрываться. А, вот закрылся. Вот закрылся. Вот такой регистратор. Камшел Штурман. Во. Берите, ребят. Не пожалеете. Хорошая штука. Вот, правда, он снимает в HD. Ну и что? Ну, если хотите, Full HD, можно перевести на Full HD. Там есть Full HD 1920 на 1080, потом 1440 на 1080 и 1280 на 720. То есть, мне по барабану. Видео, кстати, на 1 мегапиксель тоже хорошо снимает. Ну, что вы хотите на 1 мегапиксель? Поэтому и цена такая этого регистратора 4000 рублей. Если бы на 2 мегапикселя было, оно, этот регистратор стоил бы, он бы стоил дороже, конечно. Он стоил бы не 4, а 6 бы тысяч рублей. Вот. Короче, сегодня такой приобрел второй. Пускай 2 будет. Спасибо за просмотр. О! Всем пока-пока. Зеваю уже. Сегодня что-то рано проснулся. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для города». Закажите себе такой регистратор Камшел Штурман. У нее есть GPS-приемник. Будет вас информировать о камерах контроля скорости. Вот. Я здесь подсоединял этот самый модуль, повесил на окно. И он там, кто едет быстро, особенно утром, и он говорит, сбавьте скорость, видимо, у кого-то стоит такой регистратор, вот, и спутник мне передает, там мужик едет, наверное, быстро, больше, там, по-моему, 140 или 150 километров где-то по дороге, а он мне передает, сбавьте скорость. Короче, так, такой регистратор хороший. Все, спасибо за просмотр, с вами канал «Все для города». Кому понравился, купить себе не пожалеете. Штука обалденная. Мне хотя есть и Мио, тоже GPS с информатором. Единственное, что мне не нравится, что видео он записывает, а когда я вставляю в компьютер, идет только видео, а звука нету. Поэтому решил вот этот. А здесь все нормально. Здесь и звук идет, и видео идет, все нормально. Но лето буду это тестировать уже непосредственно на дорогах России. Вот, спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Я случайно тоже в интернете увидел, там был ролик такой, правда маленький, он такой небольшой был, этого Камшел Штурман. Вот, еще, по-моему, в ноябре месяце. Вот. Вот, решил купить. Вот. А сейчас еще второй еще купил мне. Это лучше, чем что-нибудь, ерунду какую-то покупаешь там. От Xiaomi какую-нибудь ерунду, блин. А это все-таки фирма. И даже подарить можно. Вот такая упаковка очень стильная. Такая все это, видите, здесь все нарисовано. Вот Full HD, вот 170. Ну, я так говорю, 170 по диагонали. Здесь немножко они лукавят чуть-чуть. Вот AVI, главное, G-сенсор. Вот объектив из 4 стеклянных линз написано. Вот, такие дела. Хороший регистратор. Называется Камшел Штурман. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для города». Подписывайтесь, ставьте лайки. Купите себе такой регистратор. Не пожалеете. Не надо гнаться там за... А то продают регистраторы. Это же на зеркало просто налепил нас с помощью этих резинок и все.
А некоторые продают регистраторы, они, правда, надо вешать на лобовое стекло и стоит там 10 тысяч, блин. Да и нахера он нужен, блин? Ну, пускай радар там какие-то ищет. Ехай медленно, да и он здесь будет тебе подсказывать, где можно побыстрее ехать, а где помедленнее. Вот. Обновляется хорошо, кстати. Обновление можно здесь делать, на этом регистраторе. Здесь надо чистую карту памяти взять. А, здесь знаете, как обновление делается? Надо сунуть чистую карту памяти сюда, в видеорегистратор в этот, чистую. Снять небольшой ролик, ну, где-то вот до минуты. Вот, карту памяти взять отсюда, взять и всунуть в компьютер и ноутбук. И найти официальный сайт CamShell. Вот, и потом уже... Обновление делается очень просто. Там вы карту памяти сунули в компьютер, открывается этот сайт, вы пишете видеорегистратор в зеркале, вот, и там открывается за счет вот этой, как бы сказать, что вы видео записали, там открывается вот эти как бы обновления. Вы это обновление опять скачиваете на свою карту памяти, на это же еще дополнительно вставляется вся она сюда, включается, и он это пишет обновить, вы говорите окей, он несколько там секунд 20-30 раз обновился, то есть базу камер можно обновлять. Я делал уже такой обзор, как делать обновление на базу камер, а то некоторые даже не знают, как делать. Здесь есть обновление. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.